области союзного государства. Здравствуйте, в студии Екатерина Шевцова. По данным Федеральной таможенной службы, товарооборот России и Беларуси вырос на 37% и составил 17,5 миллиардов долларов. Об этом рассказал торговый представитель России в Республике Беларусь Юрий Золотарев. Торгово-экономическое сотрудничество двух стран развивается, несмотря на санкции и пандемию. В первом полугодии текущего года можно характеризовать для обеих стран как очень успешно. Республика Беларусь по итогам первого полугодия традиционно вошла в топ-5 основных партнеров России и занимает 4-е место после Китая, Германии и Нидерландов. Основные товары экспорта России – нефть, электрические машины, оборудование, природный газ, черные металлы, пластмассы и изделия из них. Беларусь в Россию поставляет продукцию молочной промышленности. Более 90% производимых в стране легковых машин, 75% выпускаемых запчастей для автомобилей и тракторов, 85% мясной продукции. По всем укрупненным группам товаров белорусского экспорта в первом полугодии 2021 года наблюдался стабильный рост. По мнению экономистов, углубление интеграции России и Беларуси в рамках союзного государство придаст еще более мощный импульс торговле. На полигоне Валабино продолжаются соревнования по танковому биатлону. В пятницу 1-е место в 6-м заезде заняла белорусская команда, опередив Сербию, Казахстан и Азербайджан. Символично, что после окончания заезда над трибунами зазвучала песня «Молодость моя Беларусь». Подпевали даже сирийские военные, которые присутствовали на трибунах. Чемпионат мира по танковому биатлону проходит с 22 августа по 5 сентября на учебно-тактическом комплексе Алабино в рамках 7-х армейских международных игр. В этом году вузы Беларуси и России заключили 100 прямых договоров, сообщил журналистам начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Каспирович, передает Белта. Ярким примером интеграции образовательных пространств наших государств стал Белорусский российский университет. Кроме того, в Минске функционируют 2 филиала российских вузов – РЭУ имени Плеханова и Российского государственного социального университета. Агония заговора, беспрецедентная попытка переворота. Кто на самом деле стоял за событиями 2020-го? И кто встретил опасность лицом к лицу и не позволил стране сорваться в бездну хаоса? Премьера документального цикла 2020-й. Смотрите на телеканале «Белрос» сегодня в 21:15. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. По вопросу размещения рекламы на телеканале «Белрос» звоните по телефону в России 495-637-6522. В Беларуси плюс 375-44-759-37-76. Новости Союзного государства.